Здравствуйте. Сегодня я вам буду рассказывать, как можно оригинальным способом нанести отбеливатель на джинсы так, чтобы джинсы приобрели необычную окраску. Для этого берем вот такой таз с водой или просто ведро, как у меня, и набираем горячей воды на дно. Набираем на дне, затем берем джинсы и максимально скамкиваем их. Так, чтобы было складок как можно больше. Комкаем прям максимально. Чтобы они помялись. Вот. Примерно вот таким образом. И затем опускаем в наше ведро или таз. Так, это все еще потом приминаем. Вот. Затем берем вот такой отбеливатель. Он стоит, ну, в обычных магазинах бытовой химии примерно около 30 рублей. Вот можете взять дороже, но мне хватит такого. Вот. Так, сейчас я его открою. И аккуратно смотрите, чтобы он попал на пальцы. Вот. И наливайте примерно половину вот такой бутылки. Тут где-то, ну, я думаю, литр примерно. Вот. И вот так вот смачивайте. Джинсы, они у нас помятые. Ну, примерно хватит. Вот половина банки. И теперь в таком виде оставляем джинсы на 1,5-2 часа. Вот, через 1,5-2 часа я сниму эти джинсы, во что они превратились. Итак, сейчас утро следующего дня, и вот во что превратились джинсы. Как видите, с этой стороны они недостаточно белые. Вот. Это я оставлял на пару часов когда. Вот. Но так как отбеливатель был достаточно слабый, поскольку он дешевый, вот, я решил оставить на ночь. Вот. И что получилось после того, как я оставил на ночь? Вот тут сзади, как видите, намного все интереснее. Здесь джинсы сильно отбелились, вот, а также поменяли свою структуру и даже стали немножечко потоньше в некоторых местах, вот здесь вот, допустим. Вот. Теперь буду ждать, пока высохнут, и можно носить джинсы.